Владимирское отделение Российского детского фонда приступает к реализации проекта «Семейный юрист-2019». В рамках этой программы специалисты организации будут оказывать бесплатную юридическую помощь многодетным семьям, а их в регионе свыше 11 тысяч. Юрист будет консультировать во Владимире один раз в месяц по предварительной записи. На приеме можно получить информацию по вопросам недвижимости, льготы и субсидий. Специалисты фонда помогают семьям решить возникшие конфликты, составить жалобы и обращения в государственные структуры. Первый прием запланирован уже на четверг, 20 декабря, второй пройдет 17 января, третий – 14 февраля. Прием будет осуществляться по адресу: улица Луначарского, дом 3, офис 113. Запись на прием по телефонам 35 52 80 и 8 904 651 74 60.